Жития святых, святителя Дмитрия Рустовского, месяц июний, 5-10 день. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день страдания святого мученика Дулой. Во время то, внеже дьяволу угодница и туго поклоняхуся, и идолопоклонническое волшебство и заблуждение укрепляшеся, а Максим в Киликии Бейгемон, оклеветан бейс к нему раб Христов Дула, муж той ежды киликийской епархии, праведен и богобоящийся, и же всенародним свидетельством добродетельное житие имети и во всякой вещи истину соблюдать и известствовавшися. Возвещено бо бейсто неми Гемону, яко Христовой вере есть исповедник, сего ради в темницу ввержен, сказую, что пред Гемоном нотариусици. Яко же повелели си о Гемоне, военачальници всю страну сию даже до зефиритских градов проходящи, яше некоего нечестивые христианские веры и последователя, его же представих праведному и пресветлому суду твоему. Сия тому рекшу, отвещай Гемон, и когда сам гради ты и обхождать и буду, тогда вся узники, сущие в узах, за мною вести повелю, и по нарочитым местам мучить их буду. И по времени пойде в град зефиритские страны, преторяда нарицаемый, и деже на судище седеши, повеле первые представите себе блаженного Дулу. Раб же Христов на истязание гряды и молящися ко Господу сице. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, милости источниче, Ты рекли си усты Давидовой ми, разшири уста Твоя и исполню я. Ты и в Евангелии святым глаголили си, не пицейте си, како или что возглаголите. Ты и ныне после ангела Твоего святаго, и дашь слово утверзающему мне уста моя, да к сквернейшему Максиму пришед, обличу его нечестие. А еже страдать им не будет, не устрашусь им учительства оного, и когда те пред очисы моими иметь буду, и предам усердно на мучение Гемону телу мое. А чтобы не предам плоти моя я сице, дабы огнем была жгома, то каковых благ возмогу сподобитесь я, кий венец восприму, какие тебе, Господу моему, покажу язвы, я же бы ты, видя, явил на мне милость твою и прощение моим подал с угрешением. Тай ему глаголю, что совлекоши вои с него верхнюю одежду и связанный Гемону представиша и глагола к нему Максим и Гемон. Рцей мне вкратце, как унарицаешься, отвеща святый Дула, раб Христов Азиесом. Насия рече Максим к блаженному, скажи на место и имя твое, ибо то, еже сказующий имя христианское, ничто житие пользовать может. Отвеща блаженни, не исповедах ли тебе имени моего яве, истинным бо именем христианин нарицаюся, то же имя им же ме человеци имену ваше есть Дула, и сице именуяся воистину Христов раб Есом. Рече и Гемон, еще судишного страха и мук не искусила си, того ради дерзновенно к нам глаголиши. Рцил бо нам, от кое я страны человеки си ты, коего места и коего рода. Отвеща святый, аз я сам рождением сия киликийской епархии, от сегов зефиританих града преториадой, рода славна и издецка христианин. Тогда Максим и Гемон рече, аз ты от славного рода родился и си, непреодоленный му бо царем повинися и шед в храм, пожири Богом правосердно, да и от нас почитаемо и будеши, и у великих царей велику и светлу чест приемиши. Отвеща святый, чести твоя и аже от царей власти, при вас да будут и при всех тех, и же истинно го не знают Бога. От мене же та да отвратит Бог мой, яко да виной вещи успею, я же ве вере Господа нашего и Иисуса Христа. Сия же от блаженного и Гемон слышав, повеле разпростерта на земли жезлием бити, глаголющи слугам. Увещайте его, да престанет безумствовати. Святый же страдалец жезлием биема и глаголаше. Благодаря ти, Христе, яко сподобил ми си исповедение ради имени Твоего святаго сия терпети. Слышав таку глаголющу мученика Максим, поношаше ему осем рек, «Что тебе нейни Христос поможет, егда вес уязвлени си, еще же не смыслише безумни человече». Отвеща мученик, не глаголит ли учитель веры нашия, святый апостол Павел, никто же венчается, аще незаконно мучен будет? Тогда рече и Гемон, обомучим и ты венца сподобляющийся? Отвеща святый,
Аз ныне против отца твоего дьявола подвизаюсь я. Я ще сатанину рад побежду, тебе глаголю слугу демонского на небеси венец восприму. Глаголом учитель. Почто си це безумствуєш і верує в чоловіка, ку кресту пригвожденного? Отвіща святий ідола. Лучше ли в камінні і дерев'яні ідоли, я же суті діла рук чоловічих верувати? Или в чоловіка обожена, жива істина суща Бога, волію за нас розпеншегося? Рече Максим. О, беззаконне, і далі чоловічих рук делумніця ті боїти великий Бога Полін? Насіє святий отвіща. Праведно Аполіна таковим іменем нареклеси, еже толкується пагубник, ібо серце своє к нему прилагає, душу твою погубилеси, і не токму твою, но і тех їм же советуєші да поклоняються тому. Вежже то, як у сам істинний на небесех сущий Бог взищі тут рук твоїх душ їх, я же понуждаю ку ідолу поклоненню погубилеси. Проче же каков би нечестивий Аполін извещу тебе, бе он, як уже й ти нині си невоздержен, и же скверною любовью некие жены глаголема е дафный объят бысть, и много ей злату даде, обещанного же от нея не получи. Вопрошаю обутя, рцы мне, каков он и Бог есть, и же нечистую любовью уязвлен, невозможе получить любви от уя жены и уже вельми любляши? То как у ты имаш и часого надеетесь от него? Воистину, о нем между вами повествуема е достойна суть смеха, множе же достойна суть плача. Его же, бо блудница мерзкая, и всякие нечистоты исполненные не в учто же вменяши, а пули на глаголю твоего, и на его же лице плеваши, ты ли тому, аки Богу поклоняешься? Видишь, и коль плача достойна суть нечестивые ваши дела. Слышав же сия Максим, рече к слугам биющим, обратите его на ину страну и по чреву бийте. Тогда Атанасий, воинский спир и начальник глагола святому, послушай Гемона, не видиш ли, як утроба твоя изливається? Рече святий мученик, слыши ты, и же дьяволу советник и сии слуга, тебе и гемону твоему сице советуй, как бы увещали дафну блудницу, дабы с Богом вашим Аполлином восхотела быть и блудно, и исполните желание его, еже бы ему любовью я я разжизающуся, и желание своего не получаю, что зле не погибнути. Аз же имам советника моего Господа Иисуса Христа. Тогда мучитель принести повеле железную решетку и рече к слугам, «Разжите оную зело, и сего богов наших ругателя возложите на ню». Блаженней же рече, «Благодарствует тебе твоя пулим в геенне, яко неугасима го ему огня приумножающий, и воздаст тебе благодать цеву, да купну с ним во тьму кромешнюю низвержишися. Тогда я с тебе посмеюся нечестивее пулину в благодетелю». Егда же мучащи и тело блаженного едва не в конец сужекши, ничто же успеша, ниже болезним советом увещати, ни муками раба Божия возмогоша убедити, дабы и уставил веру во Христа. Тогда повелей гемон войнам, толико уже сужжена, во внутреннейшем блюсти узилищи, и ниже какова го унеми мети попечения, сиярищи приложив. Да никто от нечестивых христианских человеков сего ради наречете го блаженна, яко беззаконно Богом нашим ругаясь, тие понеси муки. Прибий с тобой святый в узилище том, беспрестанно славословие Бога и моля, да подаст ему подвиг мученичества совершить и добре. По пяти же днях седши на судище Максим и Гемон вопроси, жив ли есть той всезлобный и нечестивого христианского мудрования последователь? Приведите его сему. Отвеща Атанасий с первоначальник. Так у постоянен и к защищению исповедания своего готов и здрав есть человек той, яко аки би ни единия на теле своим имел язвы, и повелев вести его. Увидев же и гемон его телом всего здраво и лицем светла суща, рече к войну. О, окаянни стражи, не заповедах ли вам, да никаку вагу имейте у нем попечения? Насе отвеща Пегасий, начальник нотариев. Клянемся величеством твоим, яко по повелению твоему во внутреннейшей темнице блюдом бысть, имея на вые обешени ракли в образ железний, тяжести у 300 литр. Каковым же образом исцелени кто же от нас весть? Тогда мученик святый рече, о безумные гемоны, все Христос мой исцели мя, и на приятие мук от тебе паки налагати се мне имущих телу здраву и крепко даде мне, да познаешь, яко Бог наш врач есть, и же уповающих на него человеку в дивным образом целить убыклость. Купно же да я сугубой мученичества венец приму,
тъй же вечни муки сугубие да постраждаши. Аз ще же бъй тъй, Аполина ради твоего такова е мучение претърпели си. Възмогъл ли бой он и Бог твой изцелитите сици, яко же ме Христос му изцели? Тогда и Гемон разерив се рече. Понеже човек той не престает богов наших злословни ухуждати, излиите на главу его елей и огнем зажгите. Ему же глагола мученик. Мозг мне сожжеше ли, что успееше нечестиве, и ная изобрящи мучения. Рече Гемон, горчичния семена много е в ноздри му вложите. Отвеща мученик, ругаю се всем твоим мучителством. И Гемон же повеле слугам непрестанно железними ногтми тързающи хребет света го, отстом жестоким поливати язвай, и острим черепием потирати. Сим всем по повелению и Гемоново деема им, моляше се света и страстотерпец глаголя. Господи Иисусе Христе, предстани мне рабу Твоему, себо на хребте моем делай от грешница и продължающи беззаконие своя. Тогда рече ему Максим, хотя ныне увещай се и Боги наши изповещ, отвеща света и дула. Бози твои да помогут тебе и злобе твоей, изрядне же Афродита и Артемида. Повем аще хощеши и иные твоя богини и бестудие тех. Рече Гемон, сокрушите челюсти его да не хулит богов, голени же ему преломивше, оставите тако, да ниже слово изрещи възможет. Мученик же святей рече, мене ли опре беззаконнейши и Гемони биеши, истинна е вещающа го тебе, и ако Афродита твоя и прочие богини в похотех скверних и блудодеяниях житие свое провождахо, и пари се некой го пастуха в разпре своей, кая бай от них в любодействие байла изряднейша, судио себе поставиша. Почто гневаеше ся, и гда омерзостнейших делах богин твоих скверних обличаема и си. Мой Бог истинен ест, и живоскоте човек бити, и на кресте разпят, и погребен, воскресе тридневно и седи одесну и отца, хотя и прийти с огнем да потребит боги твоя. Слышав же тай Гемон рече к святому, видиши, о окаянне, яко и тъй двух богов имаши. Отвеща блаженни, не погрешай, не же прелещай се, глаголющи двух богов, троица бо ест, юже почитаем. Глагола и Гемон, оботриех богов имаши. Отвеща мученик, троицу изповедую и почитаю, верую во Отца, изповедую Сына, Святому Духу поклоняю ся. Тогда глагола и Гемон, повещ мне, как уведи на го верующи Бога трех изповедующи. Отвеща света и мученик глаголя, аз ще и плотина и човеки не разумеят, я же Духа Божия суть, обаче предстоящих ради реку. Яко же тъй човек сей, имаше слово и дихание, сици и Бог Отец всесилни и тогожди естества имат слово и всесвята го Духа Своего. Той Бог наш вначале созда човека и своим образом почте его, вдухнув в него духа живота и в раито го жителя постави. Егда же сатана, волю свою тобою на и не действуя и почта се човека к преступлению заповеди Божия принудити, яко же и нейне тобою творит, и отторжа же того от заповеди Божиих, тогда Бог хотя дело рук своих падшие воставити и заблужчие на путь истины и привести посла Сына Своего, сиест Слово. То обо Слово Божие в пречистей Деве вселися, и от нея рождено есть, им же Бог Отец даде спасение миру. Въпроси же и Гемон. Е дали Слово каково човека рождает? Отвеща святей. Не разумееш и Божия тайни. Аз ще же бъй всесилного Бога познали си силу. Уведал бъй си, яко иже от персти созда човека и основа на водах землю, утверди небеса и все естество сотвори, Той ест Христос. Понеже бо естество человеческо е божества зрети не можаше, то го ради он милосердца и, своя я ради к человеческому роду любве, человек бъст и человеческо е нася прия смирение. Да яко же единим первозданным человеком смерт в мир вниде, сице единим человеком Господем нашим Иисус Христом внидет воскресение мертвих. Рече и Гемон, что глаголище? И дали будет воскресение мертвих? Отвеща святый мученик, ей, будет. Как обо Бог миру судите имат, аз ще не востанут мертвии. Рече и Гемон, не хощу да ухищренна е та словеса глаголиши мне на остави, яко же умрем, тако мертви да лежим. Глагола мученик, воистина рекли си, яко мертвие сте, понеже бо в мертвие идоли веруете,
того ради никогда же в воскресение живота приидете, но изидите в воскресение суда и вечни муки. Подобает же всем человеком предстати судищу Христову и у всех судейных ответ дати. Тогда мучитель войном повеля узи и железными связавшим ученика в темнице его блюсти заключенно. Вутре же рано повеля паки и гемон раба Божия дулу представите судищу, тому же представшу рече и гемон. Каяти и окаянне польза ест боги наши безчестно хулити. Отвеща блаженни. Велю приемлю мзду от Бога моего, егда тъя ваши боги укоряю, и же не суди бози, тебе же еще жива суща казан Божия постигнет. Тогда Максим, хотя свята го и доложертвене ми осквернити, рече к предстоящим слугам. Вложите в уста его жертвенное мяса и вино. Отвеща блаженни. А ще вез богомерски твой измъй в жертвенник, в уста моя влиеши, немало тем Христова раба оскверниши. Рече мучитель. Се зри окаянне человече, яко уже от наших жертвенников жертвенные вкусили си. Святей же мученик отвеща. Ничто же ме вредят там мерзостни и безумни гемони. И гемон же повеле света го повесивше на древе, тело его даже до внутренности и стругати, челюсти же с подгортанием отторгнути. Мученик же святей рече. Безумне, не весели яко отец твой сатана на устите си я творити. И тако тело мученикову даже до костей устрогано бившу, и челюстем от костей отторженним, повелей гемон пак и воврещи го в темницу. Потом греде и гемон в Тарс, град Киликийский, повелей и узники за собою вести. Егда же придоше яко 20 поприщ, святий мученик дула знаменем креста света го себе оградив, страдальческую свою предаде душу Богу, и мертъв везен бъисти. Егда же бяха от Тарса за 14 поприщ, коментари си възвести егемону, яко дула безчестно боги укоряющи уже умре, и тело его даже доселе везеция, що с ним делати. И повеле егемон в глубокий ров вовръщи того, да без погребение будет. Войни же вземше тело света го в Вергоша оно и в реку текущо и в Зефирицкую страну. Егда приплове тело близ некои веси, недалече от града преторяди отстоящи, и при брезе лежаше, пасущих там у пастири пси обоняше тело святаго, и един от них стрежаше оное, ни едино и попущая птици куснути се тела мученикова. Други же пес пастушскую одежду уста и взем привлече, и покрай мученическия мощи. То озревше пастуси, възвестише в веси и в ограде, яби и заиде множество людей верних к мощам святаго мученика, и благочестно тъя приемше благодаряху Бога, не лишивше го их толико драга го бисера. Но от ню дуже телото живо изиде, туда по съвършение мученичество и възвръщено есть. Вземше оба оно и благоговейно, погребоше честно, славеще Господа нашего и Иисуса Христа, с Отцем и Святим Духом славима го вовеки. Амин. Инде пишеце, ако сей святий мученик дула бе епарх Киликийски, но он и бе родом от епархии Киликийския, и святий Симеон метафраз не воспоминает, дабы и он был епархум. А в великой мине и чети, на сей ден о том пишется, яко сей бяш от зефиритския преторяды, епархии Киликийския. Конец жития святаго мученика Дулой.